такой природе устаревшая масса. Через 500 метров боковое движение. Второй въезд.
120 минут, что ли, в движении. Это не верится мне. Для съемки на видеокамеру это Китай. От Благовещенска в сторону федеральной трассы Амур Р-297. Впереди должен быть город Свободный. Я там ни разу не был. И вообще по этой дороге двигаюсь впервые.
коросными деревьями. Много погибших деревьев, березки с левой стороны, целые поляны.
один называется Заимка. Ну как? Заезжал
церкви Колора Циолковской, режимной, куда меня не пустили, там на развязке был указан дорожный знак, что до свободного города 40 километров. Свободного до Самур это будет порядка 40 белого песка с красными оттенками. Я не знаю, песок это может быть что-то другое. Интересный край. Очень интересный.